Макс Планк был поистине гениальным человеком. Уже в 31 год он стал профессором Берлинского университета. При этом выглядел он сам как настоящий студент. Тихий, скромный, с усиками коротенькими. И вот, когда его назначили преподавать в университете, произошел небольшой конфуз. Макс Планк попросту потерялся в университете. Чтобы исправить эту оплошность, он обратился к заведующему канцелярии университета с вопросом: «Не подскажете, а где сегодня читает лекцию профессор Планк?» На что умудренный годами работник канцелярии, похлопав по плечу, ответил ему: «Юноша, не нужно вам туда идти. Вы еще слишком молоды, чтобы понимать лекции нашего мудрого профессора Планка». Такой курьез однажды произошел с Планком. Ему порекомендовали не ходить на его же лекцию.